Сорт перца Арибиби гусана. Переводится как червь, либо червеобразный. Вот они похожи на таких вот червячков. Вот такие вот интересные. Это очень высокоурожайный сорт. Здесь невероятное количество перца. Видите, он уже сентябрь, а он цветет и завязывается. Очень и очень интересный сорт. Плоды у него светло-зеленого цвета. Вот они не в зрелом состоянии. Вот такие вот. И становятся до кремового цвета. Так, вот сейчас мы уберем листья. Вот такие вот. Сейчас мы отрывем их и покажем. И доходят практически, можно сказать, до белого. В зрелом виде. Вот они вот такие вот. Вот он. Вот это уже зрелый. Вот. Ну, можно сказать, практически белый. Это кремового цвета. Видите, какие они? Такие вот интересные плоды. Острота у этого сорта, как и у хабанера, от 250 до 300 тысяч скобелей. Так, высота кустика от 50 до 60 сантиметров. Ну, они довольно-таки плотные, с большим количеством цветов и очень большим количеством перчиков. Срок созревания этого перца от 100 до 120 дней. Высевать его на рассаду надо будет где-то с 10 по 15 января. Вот. Этот сорт из Боливии, родом из Боливии. Вот такие вот перчики интересные. Вкус у них насыщенно цитрусовый. Вот это какая красота. Также их можно выращивать как в теплице, также можно выращивать и в открытом грунте. Главное притенять их, они боятся прямых солнечных лучей. Также можно и на балконе, в горшке, либо на подоконнике. Очень хороший сорт. Так что пробуйте, высаживайте у себя дома. Вот такие вот красавцы. Необычный, с необычной формой. Пробуйте. Всем пока.